Президент Азербайджана Ильхам Алиев не примет главу Министерства иностранных дел Бельгии из-за ее проармянской позиции. Бельгийский министр Хаджа Лабиб во время своего визита в Армении озвучила далекие от реальности проармянские заявления, не соответствующие ситуации в регионе. Глава МИД Бельгии прибудет сегодня в Азербайджан в рамках визита в регион. По традиции, президент Ильхам Алиев принимает глав МИД иностранных государств, находящихся с визитом в Азербайджане. В ходе встреч проводится обмен мнениями по двусторонним отношениям, актуальным вопросам в регионе и мире. Согласно полученной информации, президент Ильхам Алиев не примет главу МИД Бельгии из-за ее проармянской позиции и необоснованных заявлений, озвученных в ходе визита в Армению. Отметим, сегодня у главы МИД Бельгии запланирована встреча с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. 22 августа начался визит в регион министра иностранных дел Бельгии Хаджа Лабиб. Вначале она посетила Армению, а 23 августа – Грузию. Хаджа Лабиб также посетила памятник так называемому геноциду армян в Армении. На встречах с министром иностранных дел и премьер-министром этой страны в очередной раз выразила проармянскую позицию и озвучила необоснованные претензии в адрес Азербайджана. Накануне также стало известно, что Баку отказался принять личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспершика. Подпишитесь на наш канал Budra News и будьте в курсе всех событий.